Вышли мы погулять вечером, и дождь пошел немножко. На улице. Вон, смотрите, зацвела сирень. Красивенько. Еще не вся распустилась, но уже красиво. Очень даже симпатично. Эвелин, не убегай от меня далеко. Так, тут что у нас зацвело? Это что такое? Ой, это у нас акация желтая. Желтенькая акация. А это у нас и цветки. Вот такие, а цветочки. Да. Везде можно найти цветочки, да, Эвелин? Мы с тобой везде найдем цветы. Ты что, опять что-то нащипала, надергала? Ой, я сейчас вам покажу, знаете что? Лук гусиный. Раньше он рос такой лук около прудов. Ну-ка, стой, дай снимем эти цветочки, они красивые. Вот. Вот такие вот. Гусиный лук называется. Вот они. Нараспускались. Да? Ладно, пойдем, Эвелин, дальше. Пошли дальше. Все, дождь-то разошелся. Что ты там нашла? Ой, это волчьи ягоды. Кстати, тоже зацвели вот они. Ядовитые. Эвелин, не рви их, не надо их рвать. Пойдем дальше. Это у нас... зацвела, забыла вот прям название. Кустик такой красивый. Спаржа? Нет, не спаржа. Как это как-то называется? Я потом вспомню. Декоративный кустик. Ну, пойдем дальше, зелешки. Пока мы все тут не пообщипаем, никуда дальше мы не двинемся, это точно. Вот посмотрите, у нас тут больничка, поликлиника детская рядом. Чего ты там нашла опять, гном? Да. Давай мне. Нарвала цветов, маме отдает. Как это забыл ее называется? В голове вертится название этого куста. Забыла. Вот не вспомнить даже ни за что. Туда вот дорога идет. Там у нас частный сектор. Если дойдем мы с Эвелиной, которая ковыряется и поднимает все поподряд, то пойдем дальше. Да, Эвелиш? Да не поднимай ты ничего уже. Розовеньким. Круто. Что, туда пойдем? Ой, рябинка зацвела. Я помню, мы осенью ходили, все время ее рвали. Пошли на качели тогда покачаемся. Пойдешь на качели кататься? Вот рябинка. Только-только начинает еще. И здесь тоже. Еще нету самого соцветия цветочков-то. Дуй на него. На одуванчик-то. Целое поле одуванчиков. Ты довольна? Все процвели. А сейчас вон стоят такие красавцы. Одуванчики. Эвелинка сейчас нарвет. Да? Нарвешь, делаешь маме букет. Из одуванчиков. Можно? Давай. Давай. Они сырые, видишь, стали все. Дуй на него, чтобы он улетел-то. Смотри, Эвелин.
все разбомбила. Давай вон эти собирай. Вот эти тоже собирай. О. Еще эти. О, еще. О. Всех собрали. Все собрали. Новое занятие, да, у нас? Собирать одуванчики. Ну давай, все, вылазь уже оттуда, вылазь, Велина. Пойдем дальше прогуляемся куда-нибудь. Так, пошли. Смотрите, какие-то одуванчики совсем другие. Совершенно. Вот какие-то. Велиш, ты все повдергивала, я даже снять ничего не успела. Вон, у них какие-то несозревшие эти. Прикольно, смотрелись прикольно. А, Эвелина все повыщипывала. Вон, яблонька зацвела, какая шикарная. Но это дичка. Это дичка. Пойдем, я сорву тебе, Эвелиш. Так, где хоть тут снять ее поближе-то? Вот, смотрите. Вот какие. А наверху-то аж много-много. На, Эвелина, я тебе чуть-чуть. На, держи. Красивый? А наверху-то уж... Вон она прям вся цветом улилась. Много-много цветочков. Белых. Пойдем с той стороны. Пройдем, там свет будет нормально. И мы с тобой с этой стороны снимем яблоньку. Здесь-то какая красавица она. Ох. Ох, красотулечка. Прям аж. Нагнуть бы веточку туда одну. О, посмотрите, какой цвет. Прям аж. Цветы. О, круто. Яблонька обалденная. Эвелинка нарвала. Покажи мне, покажи. Цветочки-то покажи, повернись. Какие они у тебя красивые. Не выкидывай. О, красоту, да? Красота. Повернись ко мне, Велиш. Побежала уже, все. Вот у нас, да? Какие. А пахнет как вкусно. Понюхай, как пахнет вкусно. Вкусно? Дай я понюхаю. Ну что? Обалденно пахнет. Ну вот, клумбочки около дома. Все заросли, надо косить тоже. Косить. Полоть. Вон зацвели незабудочки. Все. Всем пока-пока. Мы пошли домой. Что-то похолодало. Эвелин, пойдем домой.